В распоряжении телеканала ЮТВ оказалось письмо объединения предпринимателей по рециклингу отходов Радию Хабирову. В нем описаны проблемы, с которыми столкнулись региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в условиях пандемии. Надо дополнительно дезинфицировать контейнерные площадки, контейнера, технику, мусоровозы. В экономике у региональных операторов сейчас появится опять провал некий. То есть не платежи пойдут операторам и так далее. То есть начнет лихорадить эту систему. Здесь нужна дополнительная поддержка со стороны правительства республики. В спецавтохозяйстве, которое занимается сбором и утилизацией твердых бытовых отходов из Уфы и еще 14 районов Башкирии, утверждают, во время режима самоизоляции они стали вывозить с контейнерных площадок на 45% больше мусора. Есть такая ситуация, жители многие видят, наверное, и попадают как бы в соцсети информация, что мы своевременно не увозим твердокоммунальные отходы. Но это не так. Машина работает, наоборот, в усиленном режиме. Многие площадки вывозятся два раза в день. А вот мусорные контейнеры на предприятиях, которые прекратили работу на время самоизоляции, стоят пустые. Бизнес попросил САХ прекратить вывоз отходов. В связи с этим мы в договорных отношениях свои меняем условия, так как в это время обслуживания не было, начисления оплаты не будет. Объем коммунальных отходов резко вырос, а бизнес заморозил платежи. При этом в спецавтохозяйстве по уборке города царит экономическое спокойствие. Правда, предприятие просит жителей погасить свою задолженность. Есть всякие варианты, которые можно оплатить. Просим жителей, чтобы они своевременно оплачивали коммунальные услуги. Медицинские отходы вывозят из больниц города на отдельных машинах и сжигают в печи. С водителями провели инструктаж и выдали средства индивидуальной защиты, уверили нас в САХе. А вот бытовые медицинские отходы, которые жители выбрасывают в контейнер около дома, представляют серьезную опасность для сотрудников спецавтохозяйства. Ну, чем они обеспечены? Марлевыми повязками? Но вы меня извините, это то же самое, что врачи. Врачи в скафандрах ходят туда, в респираторах. Все маски, все использованные салфетки, в том числе от больных людей, это тоже идут контейнеры. И тоже вручную разбираются на мусоросортировках. В САХе утверждают, что его работники обеспечены всем необходимым. Впрочем, ситуация в отрасли может ухудшиться в любой момент. Какая поддержка ожидает региональных операторов, пока неизвестно. Андрей Шарыгин, Эльдар Каюмов и Сергей Ямаев. Городской телеканал ЮТВ.